Химках провели круглый стол по социальному предпринимательству. Этот вид деятельности не просто приносит прибыль, он помогает решить различные социальные проблемы. Более 20 участников узнали необходимую информацию и задали интересующие вопросы. Сегодня мы провели мероприятие с социальными предпринимателями городского округа Химки. Узнали о том, как стать социальным предпринимателем, какие меры поддержки можно получить, которые реализуются при поддержке правительства Московской области, губернатора и главы городского округа Химки. Подобные встречи для бизнес-сообщества проходят на постоянной основе. Принять участие в таких мероприятиях могут все руководители и сотрудники коммерческих предприятий и компаний Химок. Своими впечатлениями поделилась социальный предприниматель Ольга Бахмутова. У нас получилась очень теплая такая дружеская встреча, все довольны, все ушли с той информацией, которую хотели узнать и получить. Я надеюсь, что в нашем городе будет больше социально ориентированных предпринимателей, которые будут развивать свой бизнес и приносить пользу для жителей нашего города. В 2023 году в Химках 8 социальных предпринимателей получили грант на развитие своего дела. Всего мерами поддержки воспользовались уже более 17 субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму более 9 миллионов рублей. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.